Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, конечно же, Леди Леска. Всем привет! Как всегда, Нубик Кубик. Привет, друзья! И, само собой, Брок. Всем огромный привет. Добро пожаловать в битву цунами в Майнкрафте, друзья. Сегодня у нас продолжается противостояние цунами говорящих всяких существ. Сегодня у нас на очереди говорящий кто, Нубик? Джинджер. Да, все верно, друзья, это вот такой оранжевый котенок или рыжий котенок. У нас, как всегда, те же правила: 5 минут, мы копаемся, потом через 5 минут начинается цунами, и кто не успел, тот не успел. Ну а сегодня вопрос следующий, я думаю, то, что вы многие слышали, но все же, что тяжелее, килограмм перьев или же килограмм железа? Пиши в комментариях, вот, и посмотрим, кто из вас ответит правильно. И после этого, конечно же, жми на лайк и подписывайся прямо сейчас на наши каналы, чтобы в будущем ничего не пропускать. Ну что же, я даю отчет. 3, 2, 1, let's go! Все, 5 минут пошли. Я что-то как-то далеко очень убежал. Так. Что? Это вопрос какой-то на ум или какая-то логика там есть? Но ну, это как бы жизнь. В смысле, на ум, да. Это ну, ты можешь жизнь. Тоже Но подумать, что тяжелее. Просто. Ну, все тогда, если просто, то хорошо. Нубик, дай пару минут, пускай все напишут, ладно? Да, надо подождать, пусть они... Я тебя призываю так, хорошо подумать. Брок, ты там как это? Нормально с инструментами у тебя, кстати? Ты справишься там все это дело сейчас делать? Сейчас попробуем что-нибудь так, скрафтить. Это сюда. Нубик, помоги Броку, если что, ладно? Там. Хорошо. Так, все, сейчас я пока что кирочки эти сделал. Нормально. Нет, Нубик, у него ненормально, поэтому ему помочь надо. У него, короче, этот... Он, наверное, не сможет себе кирки ничего сделать. Сундучочек. Вот, так что... Сейчас, так. Сейчас, Брок, короче, Нубик пошел сундуки копать. Сейчас. Ой, вернее, Нубик понимаю. Пошел сундуки копать. Так, сейчас сюда сделаем. Нет, в принципе, можно уже сбегать ему сейчас кирку отдать какую-нибудь. Сейчас посмотрим. Я сейчас прибегу. Нубик, давай, я сейчас к тебе прибегу. Так, Нубик, лови кирку. Слышишь, сможешь поймать? Так, стой, Броку, погоди. Передай Броку кирку, иди ладно, сюда. Хорошо. Стой, сюда. Давай я попробуй, готов. Короче. Нате, ловите вам. Опа, все, есть, смог, передал. Поймал, спасибо. Так, разобрались. Ты каменную так, все, да? я пожертвовал своим временем, я еще ни один сундук не нашел, я крафтил кирки, короче, для Брока. Ты каменную так, дал? Я каменную хотя бы дал, реально. Это так, хорошо. Ну, давайте, 1,5 минуты прошло, повтори я думаю, что все раз, ответили. Что тяжелее, килограмм перьев или же килограмм железа? Да. Ой, я боюсь. Килограмм железа, конечно же. А, конечно, Нубик, это железная ну, логика. Ты, и по... ты понимаешь, то, что в самом вопросе уже есть ответ? Там есть подвох, не просто ответ. Ну, по-умному же так. По-умному, Нубик, это не по-умному. Это по-нубовскому. Неумно получилось у тебя, Нубик. А как тогда? Ну, подожди. Что тяжелее, килограмм или килограмм? Килограмм. О, я джинджеров нашел. Какая разница? Что? Килограмм. Ну вот, они же равны. Ну а какая разница, чего какая килограмм? Разница, килограмм чего ты наберешь, есть... перьев или железа? Есть понимаешь? Абсолютная величина у тебя. Да, это а что килограмма. У вас тогда? А? Не понимаю. А что у вас тогда? У меня, у вот нас... я сундук нашел, блоки строительные, нет, такие синие, нет, прикольные. Ответ какой? Ну, одинаковые они. Одинаково. Так что бери на ум. Поставили заметку, потом используем заметку. Так, кстати, надо лопату сделать. Надо лопату пойти сделать. Надо сделать лопату, я забыл сделать лопату. Заметки делали какие-то. Так, заметки сделали 2 минуты с 50 секунд до цунами. Короче, так, тебе нужно немножко подучить эту тему. Ай, что я делаю? Зачем я так хорошо? Так, все, готово. Так, я полетел строить. У меня какие-то супер необычные блоки, они прям... Слушайте, какие-то... До чего-то какого-то непонятного цвета. Нубик, что ты догадался или нет? Ой, я же тебя? Не нашел блоки, вот до чего я догадался. А вот это вот это очень сильная догадка. Так. А я пошел уже строить, а блоков-то нет. Я тоже строить уже слушайте, пошел. Слушайте, надо мне лопату сделать, а то я все время так, без лопаты. Что у меня получается? Что у меня тут получается? Так, стоп. Так. Что а я хочу сделать вообще? Слушайте, нет, не надо, здесь экзе никаких нет. А, слушайте, вот у меня интересно, блоки не как вот этот джин, там. У меня тоже нет, ну, само собой, у всех разные блоки. А почему они должны знаете, быть такие же? Я думала, по цвету рыженькие будут. У меня тоже, кстати, синий. У меня такой, знаешь, какой-то бледный, какой-то синий, даже...
выцветший какой-то сиреневый цвет. Ну, я думаю, что... Ты что там делаешь? Да, будь потише немного. Слегка похожий. Как будто в оперу попал, а на баску. Так, 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 он в оперу попал. Ну, опера будет у нас, да? Так, это сюда попали. Нубик, перестань реально громко так просто что-то прям это... У нас опера будет сейчас. Так. Так, как нам сделать здесь? Короче, вход. Куча супер необычной архитектуры моей базы сейчас будет. Что новенькое так, придумал? Так, ух ты, а как у меня так ломается даже, очень странно почему-то. А сделайте мне лопаточку. Моя база? Не, Нубик. Так, лопаточку тебе? Ладно, что-то какую базу, какую базу? Слушайте, это будет очень... А нет, у меня столько стекла не будет, наверное. Жалко, жалко. У меня столько стекла, к сожалению, не найдется, наверное. Ну ладно. Я что-нибудь так придумаю сейчас? Я что-нибудь придумаю. Здесь поставить. Нубик, ты видишь, какие у меня блоки, да? Красивые. Так, они какие-то непонятные, они как будто бы прям... Какие-то неестественные совсем. Неестественные? Очень странные. Для кота или для неестественные. Так, это сюда поставили. Привет, так, кстати. У тебя тоже, да, синие? Слушай, у нас похожие прям цвета очень сильно. Так. А я у меня загадка. Очень умная, очень. Там очень умная? Давай, что, что тяжелее? Так. Висит груша, нельзя скушать. Ну хорошо. Это просто загадка, это даже не вопрос на логику получается. Что? Так, это сюда повесили, здесь повесили. Так, у меня будет какое-то обрубленное здание это немного. Ответ, так, я дождусь сегодня 4... ответа. Нубик, ответ? Ты сам ответ свой не мог сказать, когда наша загадка была. Ты там столько стоял, сидел. А я знаю, ой, я знаю ответ. Ё-моё, вот погодите, блок что один рублей. Нубик? А? Зайди ко мне сюда на базу, чуть что не пойму, что такое. Нубик, а ты видишь проход какой кривой, да? Шесть, или мне одному это кажется? Не пугай меня. Ну, какие-то странные. Нет, блоки. Вы посмотрите, они неровные. А окно, окно какое-то не кривое. Что а за дичь? Это не то, что узор, он именно стены сами кривые, они выпирают и. Они не двигаются еще? Нет. Что это такое вообще происходит, я не понимаю. Что короче, это? У меня мистика. Я боюсь тебя. Нубик, это экзе-база, короче, у меня сегодня. Ну смотри, в проем в окна смотри, видишь, они выпирают как. Они очень странные. Ого, что это? Посмотри на лестницу. Так, а у меня, кстати, стеклянных блоков нет почему-то. Чё за дичь? На самом деле, по-моему, нет, потому что лестница пропала наполовину. Специальные блоки какие-то? Все, ты меня напугал. Не, ну это само собой то, что блоки специальные, да, они какие-то странные очень. Нереально кривые получается. Так, сюда и сюда. Так, а здесь мне придется ставить много вот этих панелек. Не знаю зачем, не знаю, что у меня получится. Полная импровизация, короче. Так, сюда, стекло. Так, я не знаю, обрубленное здание какое-то. Нет, я не куб. Знаете, такой есть стиль? Да, это Нубик, он всегда с нами, этот стиль. Так, у нас 7 минут уже прошло. Так, что мне еще сделать? Надо какую-то необычную крышу, наверное, я еще думала, тоже то, сделать. Я думала, что у нас какие-то оранжевые блоки будут, потому что мы базу в виде джинджера вроде, ну как бы. В виде джинджера думал? Но у нас не всегда совпадает. Я не помню, что у нас всегда прям базы совпадали. Например, я помню, когда Бена строили, точно строили кресло, да? Помню, точно мы строили кресло там 100%. Нет, так, не строил. А мы сделаем как бы сделать. В смысле, а что ты строил? Я Бена строил. Ты Бен? А ну окей, ну с Беном то, что связано в любом случае. Так, здесь подготовили. Так, как они будут выглядеть, интересно, вот здесь? Ха, странно. Так, стеклянные так. Блоки только надо найти. Было мне, короче, в другую я сторону это стекло развернуть. Потому что ну, как-то нелогично найду, получилось. Я... Как-то очень странно. Слушайте, у меня как будто бы уже... Как будто бы здание находится уже под водой, потому что оно кривое все какое-то. Да, вот это дурацкое какое-то, или не дурацкое, я не знаю, может прикольное даже. Я могу тебе дать. Так, надо здесь тоже какие-нибудь вот такие штуковины сделать. Давай, если у тебя есть лишние. Я могу тебе дать. Давай. Проемы, короче, всякие, надеюсь, что вода не особо сюда затечет. Я просто, потому что у тебя места нету, чтобы расположить. Вот, возьми. Все, спасибо огромное. Подожди, еще вот это, вот это. Слушайте, у меня на Амогуса похоже. У меня Амогус какой-то. Амогус, я люблю реальный, амогуса, просто настоящий Амогус. Так, где... Ага, дверь у меня на месте. Дверь у меня на месте, я ее ставлю сюда. И почему бы сегодня не сделать двойную дверь? Раз уж две двери, то можно и двойную дверь сделать. Так, стоп, где у меня лопата? Так, здесь... Так, ладно, это доделаем потом.
Так, ну ускоряйтесь, времени уже много прошло, я думаю, что нами уже сейчас начнется. Интерьер. Так, и дверь вот сюда. Все, две двери. Мне кажется, одна из них точно должна работать, по крайней мере, нормально сегодня. У меня тут тоже пока еще. Так, короче, я вот такую базу оставлю. Очень далеко до. Вроде бы кажется сначала, типа, много блоков, а потом я строю, и там здесь много умнее. Так, забираю интерьер. Сейчас интерьер заберу, и я пойду уже. Так, строить все остальное. Так, это выкладываю. Так, что здесь? Так, стоп. Кухня, туалеты. Вот, так, это закрыли. Всё, супер, у меня такое так чувство, как будто бы у меня мало предметов, а может мне кажется так, я не знаю. Короче, что-то как-то подозрительно. Так, все, здесь так, проверил. Леска, давай я тебе дам ковриков, а ты мне дашь стекла. Как будто бы мало всего. Ребята, начинается самое интересное. Посмотрите, какое красивое цунами сегодня. Как будто бы, знаете, какая-то фанта прямо. Как будто бы какой-то сачок апельсиновый летит. Так. Давайте, успевайте, времени мало. Так. Все, давай, вот. Я понял, чего у меня нет. Я не нашел кухню. И у меня капец вот как еще леска, пусто. Еще, ну ладно. Вы не представляете, просто пустота. Вот там. Просто да, пустота. Просто посмотрите, пустота как цунами быстро. Не забудьте двери сделать, чтобы вас внутрь не затопило. Вы слышите? А я дверь сделал. Рок, у тебя двери нет? Нет, пожалуйста! У меня база трескается, ребят, у меня куда сейчас от цунами она разлетится просто на кусочки. Ой, что сказал сейчас, на кусочки? Так. Это новый какой-то. Так, идите, смотрите, у меня просто все потрескалось. Вся стенка. Нубик, у меня база сейчас не каждый ток, там вода у тебя затекла везде, что ли. Так, это сюда. А у меня какой-то цвет странный. Короче, ладно. Первый этаж, это будет туалетный этаж. Кстати, вот что, у меня вот реально вот база под цвет какого-то бассейна просто, или вот, ну, что-то такого вот похожее очень. Такое не крутое, короче, не крутое, как будто бы бассейн какой-то. Так, сейчас здесь сюда поставили. Так, где у меня стол? Компьютерный нет, стоп, или телек. Телек, по-моему, мне не вмещается. Да, у меня даже телек не вместится. У меня вообще ничего не вмещается, какая-то малюсенькая база сегодня у меня получилась. Очень маленькая база. Ну, я видел, да. Так, что еще? Ковер. Видел? Так потому что пока на улицу-то выходил или тут строю, я же вижу, что ты там делаешь все это время. Так, раз, два, три. Немножечко зелени можно добавить. Слушайте, ну сегодня что-то так. Мне моя база нравится не очень. Мне не нравится. Мне особо нравится моя база. Какая-то не крутая. Я, видимо, всё, плохо блоки искал. Я не знаю. Мне потому что мало очень всего. Так, это я сделал. И можно растение сюда посадить. Здорово, нубик. Что там бегаешь? Я басты делаю. Слушайте, ну я все построил. Телек мне некуда ставить, у меня места нет. Я все остальное я уже тоже использовал. Можно только вот, наверное, коврик вот так застелить и все. Так. А, тут интерьер начинаешь. Интерьер, что ли, начинаешь? Так, здесь поставил. Нубик, погнали, пока подземные тоннели сделаем вместе. Так, выход-вход. Так, сейчас я вот здесь да, вот сделаю. Это очень удобно, не нужно так, тонуть. Раз, два. Так, все, свет у меня есть. Я в сторону лески пошел копать. Нубик, ты куда-нибудь тоже копай, в какую-нибудь сторону. У меня нет лопаты. Слышишь? Так сделай. Не надо, пожалуйста. Нубик, ну ладно, я сам тогда тоннели накопаю, как хочешь. Так, леска, я иду, я копаю тоннели. Нубик пока что там просто бегает, что-то бездельничает. Так, вот, леска, твоя база началась. Я не знаю, что я сейчас выкопаю, но это твоя база. О, прям возле стекла. Слушай, это не то. Так не пойдет. Так не пойдет. Так, о, а вот это уже то, что надо. Это то, что надо. Так, сейчас я здесь тоже ломаю. Опа, готово. Здорово, все, я уже прокопал. Я пошел к нубику теперь в его сторону копать. Так. На только верстак, потому что, мне кажется, доброка, возможно, у меня лопаты не хватит. Хотя, может, и хватит. Так, это моя территория закончилась, получается. Так, немного света. Так, где? Что у меня происходит? Нубик, ты только ничего не делай, ну не ломай, не мешайся. Ты меня не заметила. А зачем, нубик, что ты сломал, нубик такой? Нубик, ты помоги мне лучше тоннель делать, ну серьезно, что такое-то? Помог бы хотя бы сделать тоннель. Нубик, я не знаю, где у тебя тут потолок есть вообще. Иди за лопатой у лески сбегай. У лески же лопата есть. Нубик.
Иди, иди скорее. Вот тут вот, вот тут вот. Хорошо, беги за лопатой пока что. Беги за лопатой. Что у вас там такое происходит? Давай. Так. Леска, давай быстрей. Да что ж такое-то? Слушай, Нубик, копай это сам, ладно, тут вход на свою базу сделай, потому что, честное слово, я не понимаю. Куда ни копнешь, у тебя везде просто вода течет, короче. Я не понимаю, где твоя база вообще находится. У него настолько маленькая база, то что ее найти даже невозможно. Ой, извините, пожалуйста, я просто... Я не нашел кухню, я это уже говорил, к сожалению. Мне кажется, тут, да, у нас как-то не у всех недокомплект какой-то. Мы видим, все что-то... Все, я пошел, слушайте, идеально. Все, я прямо это... Нормально все сделал? Серьезно? Доброка докопался уже? Нет, нет, у себя вход взял, Доброка, копаюсь. А, лестница есть у тебя, чтобы подняться-то там? Есть. Все, отлично, есть. Отлично. Так. Лестница. Просто лестница и лезть из-за этого сказал. Все, хорошо, ты поставил ее уже, все, я вижу. Так, ставим сюда свет. Так, что тут, нормально у него вода не потечет? Вот, вижу его блок. Ой. О, холодильник стоит. Давай еще сломаем, погоди, стой. Ай, у него деревянное тут все. Сейчас, секунду. Не-не-не, здесь не ломай. Здесь не ломай. Не ломай здесь, не надо. Мы лучше вот здесь вот сделаем, чтобы повыше можно было безопасно. Куда холодильник залезет? Ну как, отойди вот немного здесь в сторону. Вот давай, сейчас я вам прокопаюсь вот тут. Один, я раз, к вам два, иду. Три. Я всё. Сам вам иду. О, Брок, у тебя тоже тут ломается, да? А ты где? А что ты делаешь-то, Брок? Ты куда ушел-то сам? А я вам тут второй вход сделал. Так, я у тебя холодильник, класс. Короче, давайте забрал. Вот у тебя вот теперь вот это место будет занимать он. Брок? Да. Нубик? Да. Леонид? Так. Давайте идите сюда на базу к этому Броку. Нубик, ты что делаешь? Давайте я вас жду здесь на базе у Брока. Давайте оценивать базу наконец-таки, ребята. Очень нравится, как у него получилось. Вот тут уже у Брока вот... Ничего себе, мне бежать в другую галактику. У него просто уже все блоки поменялись, пока что мы тут это... Да у меня тут перебегаем. Вообще чёрти чё творится. Что-то такое у тебя красивое что-то было, сломалось синее. Тут все на самом деле. Я уже прямо. У Брока, я залезаю. Давай. Что-то поломалось немного, что-то где-то поломалось. Брок, рассказывай, у тебя огромная база, я смотрю. Да, у меня здесь, смотри, душевая, тут вот туалет обязательно, тут лампочка стоит. Ого, слушай, я тут даже не знал, что так можно зайти. Прикольно. Вот как надо сделать ему, наверное. Вот, да. Потом здесь вот прихожая, правда, я тут ничего не разместил, а вот могу поставить. Вот, что-то какая-то корзина. Это мусорка. Вот мусорка у меня здесь будет. Почему? А здесь вот заходим, здесь мне очень понравилось, как уютно получилось. Здесь вот кроватка. Да. Здесь вот компьютерный стол, правда, у меня компьютера нету. Но когда-нибудь я разживусь, у меня будет компьютер тоже. Все, круто, я тебе могу телевизор подарить, короче. Дать. Я тоже хотел бы телевизор. Тоже прикольно. Телевизор? Телевизор такой, что его поставить некуда. Но да, телек такой, то, что реально поставить некуда. Просто так, никому некуда ставить телеки. Просто... А, это понятно. А это вход, да, в подземелье. Все, поняла. А, что ж такое-то? Да. Ладно, погнали к Нубику тогда, пойдемте. О, у тебя вообще, Брок, ты сегодня прям просто мега. Так, погнали. Нубик, ты... А, что такое, что за лестница тут фейковая стоит? Так, ложный, Нубик, давай, показывай. У тебя вот такая красивая это. База. Так, спасибо. У тебя водная база. Диванчик сидишь, это кроватка, и на столе вот такая тумбочка, и тут есть А почему она у тебя на столе? Это места нет? Слушай, ну круто. Это дизайн. Ой, у тебя есть место, куда телек, кстати, поставить. Вот так теперь будет. А чё, Нубик, вот так перелез, хоп, на кухню зашел, перелез, ты уже там... Так, ну что, ладно, а, он мешает, видим, он мешает. Ладно, пойдемте ко мне теперь. У меня база, знаете, он, ну, ой, он, говорю, у меня база такая очень странная, и, честно говоря, вот эти блоки, они... Это, да? Они какие-то дурацкие, я не знаю, что, мне они не нравятся. Необычные. Ну, вообще, я первый раз вижу, прикольно. Ну, как-то да, тут интересно. Они, видите, они даже потрескались всё полностью. Всё немножко кривое, но... А, я думала, это разные блоки. Не-не-не, это по цунами пошло, не потрескались. А, у меня телевизор нашел, хочешь... Они реально какие-то интересные. Нет, мне правда, нет места, куда ставить телевизор, нет. Короче, это первый этаж это посмотреть. Туалет и получается, что там еще, туалет и все. А второй этаж это получается зона отдыха, а ни кухни, ничего, а ничего нет, я не нашел. Ничего я себе. Могу тебе вот эту дать. У меня это уже есть, Нубик, на первом этаже. А, ну ладно. Ладно, пойдемте к леске теперь. Поставлю куда-нибудь. Не надо, я жгу, у меня такой телевизор есть, у меня нет места, чтобы его просто ставить. Брок, лишь бы поставить телевизор. Так, леска, база, получается, какая-то розовая шоколадка, плитка в шоколад, короче, что-то такое. Я хочу съесть лескину базу. Леска, а почему у тебя, как его, плита... находится на обычном шкафу, а не на вот этой штуковине. А, это новомодные такие кухни, видимо, ну это да? Что-то так получилось, да. Ага, хорошо. Ну ладно, это поменяем. Писк моды.
Это вообще писк последний не то слово, прям запищало. А наверху что-то у тебя позеленело. Посмотри как-то, на меня, да, пожалуйста, Леска, где? Посмотри на меня. Пойдемте на второй этаж. Блоки, так, о, ничего себе, Леска у тебя на втором этаже. А почему у тебя такая... Помогите, у тебя так, Нубик, пока. У тебя тут такая изоляция комнаты, короче, получилась. Смотри, я вообще хотела сделать балкон, но так как балкон невозможен с цунами, я сделала такой балкон застекленный, на нем кроватка. Спас, Нубик, засейвил тебя. Прикольно. Прикинь? Да. А где-то Нубик пропал у нас. Унитаз я ему сломал, его зажало. Знаете что, Леску, где для тебя еще есть подарок, знаете какой? Вы со своими телевизорами надоели уже. Давай, ставь, ставь, ставь сюда. Подожди. Что, у меня магазин телевизорный, что ли? Я не поставил. Давай, Нубик, я попробую поставить. Он влезет здесь, мне кажется, он точно влезет здесь. Нет, нормальные люди. Так, опачки, сейчас, секундочку. Заканчивайте. Магазин открывается, Леска продает. Слушай, не влезает все-таки, что ты ему тут мешает? Я уже везде попробовал. Так, такого быть не может, он должен работать здесь. Ладно, ладно, все, хорош, ломать ты не надо, все. В общем, друзья, на этом, думаю, тоже точно можно заканчивать, потому что тут уже непонятно, что начинает твориться. Вот такие у нас сегодня получились базы против цунами из говорящего Джинджера. Ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо.